Всем привет. В общем, я иду на работу пешком. Не могла не заснять. Надеюсь, он у меня не рухнет. Вот такое. Короче, к этой надписи можно подойти только если встать под балкон. То есть ее не повесили заранее где-то. Может быть, за шаг до балкона. Сейчас я сам балкон сниму. Я уже прошла, думаю, вернусь, сниму. В общем, вот, смотрите. В этом здании раньше был... так, как он сейчас теперь называется? В общем, было сначала училище. Торговое, кулинарное. На продавцов, на поваров учили. Потом это все перевели у нас в 13-е, ПТУ. Сразу понизили рангом. И все дети перешли туда учиться. Мы, Никита, кстати, в то время как раз переходил. Вот. И здесь оставили пустым это помещение. Так периодически какие-то выставки приезжают, сдают это помещение под выставки. Мы как-то ходили на бабочек туда смотреть, еще на что-то. Это вот у нас медицинское училище. В общем, вот. Предупреждение о том, чтобы под балкон не ходили, висит под самим балконом.